Ты что здесь делаешь? Я тебе звонила, ты трубку не брал, я не могла ждать, не поверишь, как на иголках вся, ни спать, ни есть не могу. Мы же с тобой договаривались, что ты не будешь влезать в мою семью. Но я ж к тебе в офис пришла, я ж не думала, что здесь дочка. Значит так, новости неутешительные. Все улики против твоего мужа. На 45-м году ушла из жизни белорусская актриса театра и кино Лариса Маршалова. Лариса Маршалова родилась 22 августа 1978 года. Училась в Белорусской академии искусств. Играла в белорусском театре студии киноактера. Снималась в кино. Она сыграла более чем в 60 картинах. Появилась в картинах «Каменская», «Ищу тебя», «Вот это любовь», «Семейный детектив», «Псевдоним Албанец», «Следователь Протасов», «Тонкий лед», «Домработница» и других. Она обладала прекрасным чувством юмора, которое проявлялось в ее рассказах о героинях. Это было результатом ее глубокого понимания характера персонажей и умения создавать напряженные драматургические ситуации.